жены костюм. Смотрите, какой у меня. Томми, привет. Тачки? Не, ну я уж давно не покупал, у меня их много. Короче, про Эрика, да. Вот основная проблема сейчас всего говносрача, который происходит у него, ну, вокруг него. Не одень бейсболку, а надень. Есть простое правило – одевать надежду, надевать одежду. Спасибо, мы покушали уже. Поели, да, черт, прости, дорогая. Короче, основная проблема – это то, что близкие его, женщины, которых я знаю, они адекватны абсолютно. И сестра его, и как бы, и... ну, я не знаю, как правильно сказать, сожительница правильно, там, или, потому что жена это все-таки есть только гражданская жена. Вот. Дело в том, что проблема всех практически людей, кого закрывают, это то, что у близких есть недостаток информации, очень большой, и они, соответственно, могут оценить происходящее верно. То есть для них это сваливается, как правило, там особенно на жены близких публичных людей, чиновников. То есть все было хорошо, и тут вдруг опа, приплыли. И им кажется тоже, так же, как и людям, которые сидят, что все их пытаются как-то обмануть. Но у меня было проще, так как я уже понимал, что меня закроют, скорее всего, я маме и жене, но еще мы не были расписаны официально, Томми, я рассказал, что, скорее всего, меня сейчас арестуют. Поэтому к вам будут приходить, предлагать все порешать, там, рассказывать какие-то истории. Вот пока я голосом вам это не подтвержу, доверять можно вот этому человеку, вот этому. Всем остальных слушайте, что рассказывают. Но ничего делать, того, что они скажут, не надо. Пока я лично голосом не подтверждаю вам или рукой адвокату не передаю собственноручно написанное послание, вы ничего не делаете. И естественно, как я и предполагал, я 7 лет отсидел. Дали 3 мне. Вышел я по УДО по полсрока. И, естественно, все так и происходило. То есть куча было движений вокруг моих близких неправильных. То есть когда им там объясняли, что и как будет. И возле меня было даже хуже. Но это вокруг всех людей, которые сидят, такая фигня происходит. То есть когда человек либо умирает, начинает делить наследство, родственники всегда жопа. Либо когда закрывают человека, родственники тоже там не понимают, что происходит. Поэтому... УДО бывает по всем преступлениям, просто по особо тяжким, по 2/3 надо отсидеть на строгом режиме. Не по особо тяжким, а когда строгий режим. Общий режим по полсрока можно освободиться при там хорошем поведении и так далее. И поэтому сейчас ситуация, к сожалению, там, к моему, потому что я к Эрику, то есть я не лезу в дела там эти уголовные, то есть, но мне, естественно, хотелось бы, чтобы он побыстрее на свободе оказался. Я не скажу, сколько дадут. Я этого не знаю. Соответственно, сейчас очень стрессовая ситуация у его близких, и они, естественно, не понимают до конца, что происходит. У них нет связи прямой. Они не могут спросить: «Эрик, что нам делать? Вот как нам к этому относиться, к этому?» И в итоге появляются рядом люди, вот я говорю, я этого Бажина, когда видел его трансляции, причем, ну, на месте Пятницкого я бы прям реально, я бы его нашел бы, потому что есть вещи, которые говорить нельзя публично. То есть я знаю про ситуацию с Эриком больше, там, чем многие. Естественно, я говорю как бы вещи абсолютно понятные.
Письма, понимаете, в письмах нельзя же все написать, что он думает. То есть понятно, что он получает от них письма и отвечает. Ну, нашла Россиядин, ну и что? На Ходынке. Ну да, то есть были шуточные съемки. Вот, поэтому сейчас вот так и будет. То есть там досталось и Чугунову, досталось и... Да, все письма переиллюстрируются, которые идут официально. То есть я писал, когда вот сидел на спецблоке без связи и в изоляции, я жене прям писал в камере, потом передавал адвокату. А вот, поэтому это дело такое. Поэтому родственников понять можно, и ситуация стандартная, но плохо, что это как бы вредит в первую очередь Эрику. Про этот разлад Жорин говорил. Как же срок давности поменяем преступление? Понимаете, тут тоже такой вопрос. Сроки давности. Ну, вот смотрите, мы от дела Эрика там отвлекаемся, потому что мы его никто не видели, материалов, и не знаем, что там произошло. Но, допустим, кто-то убил человека. Срок давности по этому преступлению есть. И, допустим, там, сообщники уже отсидели по этому делу. И спустя 2 года после истечения срока давности вдруг возобновляется дело и ловит человека, который участвовал. Вот вы как считаете? То есть понятно, что есть закон, но сроки давности могут продлеваться. Да, есть основания. Там, если был в розыске, если это, то сроки давности приостанавливаются. Но чисто так вот морально, понятийно и даже по закону сроки давности, понятно, есть основания для их возобновления, но по уголовным делам все сложнее, нежели чем по гражданским. По 3 года там ты не подал, иск, иди нафиг. И то даже по гражданским делам возобновляются сроки давности. Почему не по сфере страхования, по 4-й части? Ну, понятно, что в сфере страхования бы не было бы мер пресечения ареста, да, но тут тоже вопрос, я не видел материалы дела, может быть, там и по 4-й части, мы же, понятно, что да, адвокаты видели, но что-то, может быть, есть, что в деле пока не показывают, потому что дело уголовное, которое расследуется, и то, что приносят в суд, и с чем знакомят, это там 10-я часть того, что есть у следствия. Вот, поэтому что происходит, что на самом деле есть у следствия, мы не знаем с вами, и даже адвокаты не знают. То есть дело они не видят. С полностью с делом, которое уходит в суд, знакомится только когда 217 идет, то есть уже идет знакомство с делом. Это ресторан «Презьен» на Ленинградке. Я думаю, что проверяю сейчас его и фирмы, и так далее. Не, никого, на зоне никого не заставляют работать. Может тупо читать книги, качаться. Имущество, как его могут отжать? У него не статья, во-первых, не подразумевает конфискацию. Есть ряд статей, 170, там, какая там, вторая, ну, то есть, вот, легализация и так далее. Там может быть конфискация. Имущество у Эрика никак не отожмут. Тачки его никому нафиг не нужны. Хотя, по-моему, они арестованы, его. Смотрите, я его знаю. Откуда деньги, этот вопрос, знаете, вообще не должен особо кого-то волновать. То есть, совершил человек преступление, да, должен отвечать. А откуда деньги? Ну, со школьных завтраков накопил, когда мама давала. Разница, откуда деньги. Как мама, не в курсе. Я не общался с его родственниками. Потому что, ну, зачем мне еще лезть? То есть, у них своя башка и так пухнет от всех, кто там рядом им что-то втирает. То есть, я знаю, как бы, могу позвонить, но нафига. Лучше я им не сделаю, им помочь ничем не могу, там, и с советом даже. То есть, я могу только раздражать. Ну, да, это... Бажен, да. Ну, я ему об этом говорил, что нельзя. Есть вещи запредельные, в моем понимании. Но каждый живет свою жизнь, понимаете, вы тоже. Он, может быть, уже...
уже, то есть для него это тоже там какой-то уровень. Может быть, он наоборот выйдет и скажет, что там, да вот все там в жопу долбятся. Хрен его знает. Тесака не знаю. Не, не испортился. Машина его нафиг никому не нужна. Ну, понятно, да, понятно, что ощущение безнаказанности, и у меня оно было, то есть, когда ты понимаешь, что когда... Это не кофта, кстати, у меня есть костюмчик такой, то есть, видите, он непрерывный. Прости, любимая. Комбинезон, вот точно. Забыл это слово сейчас. Вот такой вот красивый. То есть такой же фирмы, только военный. Не магия здесь вообще ни при чем, тоже это бред абсолютный, то есть там, ну, какие-то там, вы понимаете, портить механизм государственной власти такой, как в погонах, с тем, что какие-то там чуваки ругаются в интернете, это херня, не магия вообще ни при чем. Проблема в том, что, во-первых, вот Коваленко в том свете, в котором я его увидел, он производит впечатление абсолютно порядочного, такого нормального, достойного офицера. И проблема, что офицеры, есть же все-таки понятие офицеров, действительно. И проблема в том, что следователи офицеры, опера офицеры. И сейчас все офицеры, которые этим делом занимаются и рядом, и вообще могут на него как-то повлиять, все эти офицеры, для них это дело чести. То есть не, это не заказ какой-то, они просто... Причем они ничего не придумывают. То есть они делают так, как там считают нужным. Поэтому понятно, что да, они хотят, чтобы наказать человека, который вел себя там неадекватно. И у них есть для этого административные ресурсы, возможности. Это дело не только в Коваленко. Ну, изначально дело только в этом. Я Эрику никем не прихожусь, товарищем. Поэтому все офицеры будут сейчас делать достойно свою работу. На угон 2008